В Бийске продолжают гореть автомобили. На прошлой неделе было зарегистрировано 2 случая. Кроме того, в нашем городе стало больше пожаров в частном секторе. Основные причины – это неисправность печного отопления и электронагревательных приборов. Для того, чтобы не остаться без крыши над головой, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Должны быть притопочные листы на горючем, если это горючий пол, к примеру, деревянный пол, притопочный лист размером 50 на 70 сантиметров, из негорючего материала, ну, это в основном железный. Обязательно очистка, 1 раз в 3 месяца хотя бы надо чистить дымоход печи и следить, чтобы не было трещин в кирпичной кладке и вообще каких-то нарушений. Игнорирование правил уже стали причиной серьезных пожаров. Итак, категорически запрещено пользоваться самодельными электронагревательными приборами. Возле печей не стоит оставлять легковоспламеняющихся жидкостей и горючие вещества. Ни в коем случае не оставляйте печь без присмотра. Сотрудники МЧС уже приступили к профилактической работе. Они беседуют с жителями частного сектора и дают разного рода рекомендации. Поэтому к совету специалистов лучше прислушаться.